привет из лохматой души. Мы получили подарок. Корм. Сейчас вот вскроем, посмотрим, что за корм мы получили. Так, смотрим, значит. Италия. Итальянская формула. Состав. Так, это для взрослых собак у нас получается. Гранулы такие крупненькие. Итак, в составе у нас белок индейки, белок ягненка, говяжий сырой рубец, белок лосося, мясная мука из телятины, рис, маисовая мука, льняное семя, жир индейки, сухая мякоть свеклы, дрожжи, ну и так далее, так далее. Масла всякие там, много витамин написано, даже топинамбур вижу есть, жир, растропша. В общем, очень даже пробиотики есть, экстракт розмарина. Очень даже хороший состав. Очень хороший состав. Сейчас посмотрим. Второй у нас. Это корм для щенков. Купи. По 2,5 килограмма. Там все, что нужно. Картинка вообще круто. Смотрим состав. Все не по-русски, не по-русски. Где русский язык? Вот русский язык. Так, смотрите, тоже говядина, ягненок, рубец, говяжий, рис, мука, коричневый рис, мясо, льняное семя, растительное масло, яичный порошок, шиповник, клюква и много-много, ребят, не буду все перечислять, но если верить составу, то очень-очень хороший состав. В общем, мы сейчас попробуем покормить по мясо. Здесь написано, что здесь 37, а здесь 40% минимум. Ну что ж, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, покормим, посмотрим. Так, тихо. Прям в руках, прям чувствуется на руках жир. Тихо, тихо. Пахнет хорошо. Ну что, ну, давайте быстренько кушаться. Так, ты чего отгоняешь всех, а? Нельзя отгонять детей. Значит, повзрослели у нас. Так, я могу подсадить.